Здравствуйте, друзья! Вы на канале Farnax, и сегодня мы поговорим о нескольких способах продлить дачный сезон. Ну, конечно же, мы будем говорить об отоплении. И сегодня мы вам предложим на выбор три разных решения. Красивое, практичное или бюджетное. Итак, красивое решение, конечно же, подразумевает под собой лицезрение пламени. Даже небольшие печи-камины с панорамным стеклом дают великолепный обзор пламени. Это, пожалуй, основная фишка, из-за которой выбирают печь-камин. Но в то же время это еще и эффективный отопительный прибор. Для большинства дачных домиков подойдет даже небольшая печь-камин, например, из большой серии «Бавария» от производителя «Экокамин». Чем хороши эти небольшие каминчики? Конечно же, многообразие форм дверец. Пожалуйста, проходите. Топки почти всех модификаций еще дополнительно усилены шамотом, так что печка долго не прогорит. Для экономии места есть угловые модификации, можно их удобно расположить в углу гостиной. И, конечно же, почти все эти камины оборудованы еще и плитой, в некоторых случаях даже чугунной. Поэтому можно приготовить вкусный обед или ужин, ну или просто подогреть чай. Второй вариант – это отопительные печи с функцией длительного горения. Камин – это хорошо, но добиться длительности горения в несколько часов довольно сложно. Но в отопительных печах есть возможность после полного прогорания дров нагрузить целую топку дровами, придушить подачу воздуха и перевести печь в режим тления. После этого печка будет постепенно отдавать конвекционное тепло в комнату и поддерживать его довольно длительное время. Такие печи работают 4-6 часов на одной закладке дров смело. Вариантов очень много. Неплохо себя зарекомендовали печи а-ля Булерьян. Основа таких печей – это гнутые трубы, внутри которых находится топка. Несколько часов на одной закладке топлива такие печки работают. Но есть более современное решение, и которое стало уже сейчас классическим – это печи огонь-батареи от компании ТМФ. Исключительное качество, беспроигрышный вариант во многих случаях, печка, которая действительно работает очень хорошо и при этом очень эффективная. И, пожалуй, это самая продаваемая печь не только в нашем интернет-магазине и в наших розничных магазинах, но и во всей нашей стране. Ну и, конечно, самое бюджетное решение – это вершина теплотехники – печки-буржуйки. Когда можно рассматривать подобный вариант для отопления своего строения? Когда у вас либо строительный вагончик, либо недостроенный домик, либо же вы не готовы вкладывать крупную сумму в свое отопление. Поэтому берете обычную монотрубу, делаете безопасный проходной узел и подключаете этот дымоход к печке-буржуйке, которая быстро разогревается и быстро начинает отдавать тепло в виде излучения окружающему пространству. И, пожалуй, самое главное – это цена на подобные печки. Для небольших помещений печка будет стоить меньше 10 тысяч рублей. И очень часто на подобные печки можно получить выгодное предложение, например, при покупке комплекта печи и дымохода. Больше замечательных решений и выгодных комплектов вы найдете на сайте farnax.ru и в розничных магазинах сети Farnax в городе Новосибирске. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, следите за новостями и будьте в курсе актуальных цен и интересных предложений. Ну а мы желаем вам теплых вечеров, до новых встреч, пока!